Недавно завершился бой Сергея Ковалева и Андрю Уорда. Поединок получился, как я ожидал, с вязким. Мне лично, например, не хватило какой-то такой остроты со стороны Ковалева, непредвиденной остроты. Я думаю, что он очень острый боксер, очень такой мощный. И если так по боксерским меркам судить, конечно, бой, наверное, выиграл, если по спортивным меркам судить. Но мы судим все-таки профессиональный бокс, как некое шоу. И здесь нужно смотреть различные интересы, интересы и промоутеров, и телевизионных компаний и так далее. Поэтому, я думаю, обсуждать какие-либо оценки, не вижу в этом какого-то смысла, потому что боксеры тоже, в принципе, понимают, что они не участвуют в каком-то спортивном событии. А это событие уже бизнес, шоу и так далее, поэтому оценки пояса не существуют, но болельщики должны сами, в принципе, осознавать, хотят они в этом участвовать или нет. Потому что все это как бы некое такое, некий атрибут этого события, который нужен, нужно носить какие-то пояса и так далее. Вопрос просто заключается в том, сумели ли боксеры воплотить себя на 100% в ринге или нет. Вот в этом, я думаю, заключается вопрос. Они боксировали в своем стиле. Поэтому меня не разочаровали, не удивили и красивый бой не показали. Ничего интересного я не увидел. Вот. Был неинтересный вязкий бой. Ковалев был уверенный в первых раундах. Пока он был свежим, он был очень опасен. А потом Уорду, в принципе, удалось этот бой перенести в такое русло, которое было удобно, выгодно ему. И создать некий такой сценарий, благодаря которому можно было выставить такие оценки, которые мы сейчас увидели. Теперь будет реванш, будет новое шоу, и болельщикам нужно снова просто принять решение участвовать в дальнейшем в таких шоу, как зритель, или нет.